Сегодня стало известно, что жительница Барнаула, которая не могла покинуть больницу Англии из-за огромного долга, вернется домой на следующей неделе. Сейчас Алена Жилина находится в Кембридже. По словам ее близких, 1 января девушка поскользнулась и разбила голову. Врачи провели срочную операцию. Несколько дней Алена провела в коме. У нее обездвижена правая рука, плохо видит левый глаз, но в целом девушка чувствует себя лучше. Страховка частично покрыла расходы на лечение, однако каждый день пребывания в больнице девушке придется оплачивать самой. В сутки выходит около 120 тысяч рублей. В итоге накопился долг в 1 000 000 рублей. Сейчас родственники решают вопрос о транспортировке и частичной выплате долга перед клиникой.